Раз, два, три, четыре, пять. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые мои подписчики, уважаемые телезрители! Те, кто сейчас, возможно, зайдет или посмотрит эту гонку потом в записи, эту трансляцию. Всех приветствую! Всем большой привет! Несмотря что за окном у нас метель, зима. Раз, два, три, четыре. Несмотря на то, что за окном у нас метель, зима, здесь, дома, в квартирке, уютно, тепло. И мы обращаем свой взор на Формулу-1, на сезон 1990 года. Гран-при Италии нас с вами ожидает. 13-й этап. Сим Спорт Студия и я, Canadian 76, предлагают вашему вниманию ближайшие полтора часа провести вместе, посмотреть эти великолепные исторические гонки Формула-1, посмотреть борьбу между Алленом Простом и Айртоном Сенной в борьбе за чемпионское звание. Борьба разгорается упорная после 12 этапов. Ну, как упорная, правда, 20 очков преимущества сейчас у Аллена Проста над Айртоном Сенной. В правом углу вы можете видеть положение пилотов в чемпионате. Конечно, вроде бы никакой борьбы так-то особо не наблюдается. Да и этапов осталось-то всего лишь 5. Но последние гонки Айртон Сенна переломил ситуацию. Значительно переломил. Победил несколько этапов, не дал Аллену Просто подняться высоко. Вот, кстати, сейчас Найджел Мэнсел на ваших экранах. А сейчас мы переключимся на Аллена Просто. Вот Аллен Прост, лидер чемпионата. Это Монца, друзья. И вот Аллен Прост набрал 70 очков в нынешнем сезоне. О положении, о том, кто в каких гонках оказывался на первом месте, я расскажу чуть позднее. Ну, а сейчас скажем, что квалификация начинается. 25 минут, по-моему, если мне память не изменяет. Да, 25 минут квалификационных заездов. У каждого пилота по 4 попытки. У каждого пилота по 3. По 4 квалификационных круга. По 4 попытки. Стало быть, по 3 круга за один выезд сделает каждый из пилотов. И расстановка через 25 минут. Расстановка на гонку будет известна, будет ясно, кто же уйдет на 27 гоночных кругов с первого места, а кому предстоит замыкать этот пелетон из 22 болидов. Итак, Аллен Прост на ваших экранах, но мы, наверное, сейчас не будем на нем переключаться, на нем останавливаться. Мы лучше переключимся на тех, кто едет первым и кому стартовать в этой квалификации, кому открывать свои попытки. Это Эммануэле Пирро на Далларе на ваших экранах. Ну а вот он, Габриэле Турквини, друзья. Габриэле Турквини, один из аутсайдеров нынешнего чемпионата, сдерживает множество пилотов всякий раз. И сегодняшняя гонка, сегодняшняя квалификация также не станет исключением, потому что Андреа де Чезарис начинает свой квалификационный круг, но прямо перед Габриэле Турквини. А это значит, что трасса перед Андреа де Чезарисом не такая свободная. Это значит, что первая попытка, возможно, у пилота Даллары будет испорчена. И быстрые секунды Андреа де Чезарис, этот опытнейший пилот, один из лучших в этом караване, вряд ли продемонстрирует. За ним, кстати, движется Уильямс Рикардо Патрези. И Андреа де Чезарис пытается пройти Габриэле Турквини, но у него не получается. 29,1 после первого сектора. 29,1 также у Рикардо Патрези. А вот у Нельсона Пике, который движется за ними, у которого значительно чистая трасса. 28,7. Таким образом, на 4 десятых Нельсон Пике прошел этот самый первый сектор быстрее тех, кто едет впереди него. Но все-таки де Чезарис, наверное, сейчас справляется с Габриэле Турквини. Да, АГС уступает итальянцу. И вот сейчас, наконец-то, Андреа де Чезарис должен показать все, на что способен. Андреа де Чезарис на Далларе именно в квалификации выдает какие-то изумительные времена. Всякий раз он наверху. Всякий раз. Он дважды побеждал в квалификационных заездах. Вы можете себе это представить? Ну а у нас, между прочим, интересные тут события. Нельсон Пике, который буквально ожил в последних этапах, опережает Рикардо Патрези и сейчас выходит на финишную прямую. И мы видим его время. 1:29.307. Это на 6 десятых быстрее ближайших преследователей. Быстрее Андреа де Чезарис. Таким образом, Нельсон Пике пока первый.
но Тирибуцен на целую секунду! Вот это да, друзья! Итак, Тирибуцен первый, Дерек Уорвик третий, Нельсон Пике второй, но его опережает Иван Капелли! Две десятки пропуск. Он проигрывает Тирибуцену, но их всех опережает Герхард Бергер. Артен Сенна лишь четвертый. Пьер Луиджи Мартини далеко. Алессандро Данини шестой. Маурисио Гушельмина одиннадцатый, полторы секунды. Стефано Модена лишь 18-й. Лола Эрика Бернара полторы секунды, очень далеко. И вот Найджел Мэнсел, пилот команды Феррари, три десятки с лишним проигрывает лидер. Пятое время. И его опережает Жан Ализи. Четвертое время. Но их всех быстрее оказался Ален Прост. 1.27, 881 тысячные секунды. И Ален Прост возглавляет. Возглавляет список пилотов после стартовой попытки. Итак, Ален Прост лидирует в чемпионате и лидирует в данной квалификации. До конца квалификации осталось 20 минут. Первая попытка позади. И мы с вами давайте посмотрим положение пилотов. Кто там как расположился. Итак, Ален Прост 1.27, 881. Герхард Бергер 357 тысячных проигрывает пилоту Феррари. Гонщик из Макларена на второй позиции. Тирибуцен 410 тысячных секунды. Это третье время. Жан Ализи, вот так высоко забрался Тирол, молодого в то время француза, 686 тысячных отставания. 691 тысяч отставания у Ивана Капелли на Марчи. Марч, кстати, в квалификационных заездах также порой едет достаточно здорово. Найджел Мэнсел 707, Айртон Сенна лишь на седьмой позиции. Вот так вот не задалась пока квалификация у основного преследователя лидера в нынешнем чемпионате. 1 секунда и 71 тысячная. Нельсон Пике, который так вроде бы великолепно начал и ехал быстрее многих пилотов. Мы наблюдали за этим. Проиграл в итоге лидеру практически полторы секунды. Его товарищ по команде Алессандро Нанини на 9-й строчке. И Дерек Уорвик на 10-м месте. Дальше Рик Бернар, Агури Сузуки, два пилота Лолы, Микеле Альборетто на Эрозе, Сатурна Каджима на Тирли. По-моему, на Тирли. Да, он на Тирли, кстати. Маурисио Гужельмин 15-й, Андреа Дечезарис лишь 16-й. Вот что стоило итальянцу не пройти Габриэле Торквини. Мартин Данелли, первый же Мартини. Габриэле Торквини в итоге на 20-м месте. Он умудрился, вы не поверите, он умудрился опередить Рикардо Патрези и Стефана Модена. Тем временем вторая попытка стартует, и у нас на нее уходит Андреа Дечезарис. Ну а я пока, есть у меня немного времени, расскажу вам, какое положение пилотов в этом чемпионате. Правда, еще раз напоминаю, кто хочет увидеть его прямо сейчас, может посмотреть правую часть экрана. Итак, Ален Прост 70 очков после 12 этапов, Айртон Сенна 50, Найджел Мэнсел и Герхард Бергер делят третью строчку итогового протокола, 36 очков. 30 у Тирибуцена на Уильямсе, Нельсон Пике, который, я еще раз подчеркну, реанимировал свой чемпионат, имеет 22 очка, Рикардо Патрези 13. Далее пилоты, которые выстреливают, можно так сказать, изредка. Это Жан Ализи на Тирли 9 очков, Иван Капелли 9. Андреа Дечезарис, так он в квалификации блещет, но, к сожалению, в чемпионате по итогам гонок много очков не набирает. У него всего 7 баллов, но зато он впереди Алессандро Нанини на Бенеттоне, у которого всего-то 6. Пьер Луиджи Мартини 5. Кстати, Пьер Луиджи Мартини наряду с Андреа Дечезарисом по итогам сезона в квалификации выглядит очень достойно, но в гонке раз за разом пропускает более сильных конкурентов. Дерек Уорвик 3 очка. И впереди него Маурисио Гужельмин. Ни Альборетто, ни Накаджима, ни Сузуки, ни Бернар, ни Пиро, ни Модена, ни Данелли, ни Габриэле Торквини очков не имеют. Ну, а о положении в Кубке Конструкторов я поговорю в перерыве после второй попытки. Между второй и третьей попыткой. Тем временем Андреа Дечезарис на наших экранах. Он приближается к завершению первого сектора. Полсекунды уступает, 29.1. Перед ним вырастает Брэбхам Стефана Модена, и мы надеемся, что не сильно помешает.
Брэбхэм пилоту команды Даллара. Мартин Даннелли 0,8 уступает, Агури Сузуки 0,5. Дерек Уорвик также 0,5. Нельсон Пике по итогам первого сектора идет с отставанием от Алена просто в 136 тысячных секунды. Вот Нельсон Пике. Может Нельсон подняться. Подняться может. Бразилец есть на это шансы. Ну, а у нас второй раз подряд мы наблюдаем одну и ту же нерадужную для второй итальянской команды картину. Андреа Де Чезари снова упирается в одного из аутсайдеров. Но вроде бы здесь все благополучно прошло с обгоном. Андреа Де Чезарис выходит на финишную прямую. Наблюдаем финиш первого пилота после второй попытки. 1:28.986. Это восьмое время. Секунда 105 тысячных уступил Мартин Данелли. Он пока 18-й. Так, 18-м остается. Агури Сузуки также не улучшает. Дерек Уорвик, он 11-й, тоже не улучшает, между прочим, и ждем все Нельсона Пике. Нельсон Пике сейчас может подняться значительно, да, и он поднимается на 4-е место, 653 тысячных секунды, двигает Жан Ализи, Рикардо Патрези поднимается на 8-ю строчку, и вот уже сам Жан Ализи пытается контратаковать, но у него не получается, он не улучшает. Маурисио Гужермин улучшает на 13-ю строчку, прыгает Пьер Луиджи Мартини, пилот команды Менарди. На 11-е место, более секунды, вот Ален Прост лидер нынешней квалификации, сам себе уступает 751 тысячную секунду. Бергер не улучшает, Лоло не улучшает, Терри Буцен на 3-е место поднимается Нельсон. А в принципе он и не поднимался, он просто улучшил, да, я что-то здесь напортачил. Микель Альбрайто 13-й. Иван Капелли на второе место. Вот это да. Айртон Сена также улучшил на 4-м, но Иван Капелли на второе место. И ждем Найджела Мэнсел. 6-я позиция также улучшает. 480 тысячных проигрывает своему товарищу по команде. И Стефано Модена. Да, на 20-е место поднимается. У него, как говорится, своя борьба, друзья. Переключаемся на Ивана Капелли. Великолепное время. И посмотрим, каковы итоги после второй попытки. Итак, Ален Прост, он не улучшил. 1:27.881 тысячная секунда у него остается по-прежнему. Иван Капелли 300 тысячных уступает. И разом итальянец на родной для себя трассе. Ой, а там желтые флаги. Сейчас посмотрим. Ой, вы знаете, у Тавария самый настоящий. Лолу развернула и Роуз Микель Альбаретто повредил передний спойлер. Ну, а это у нас Эрик Бернар остался без заднего. Да, здесь такие вот разборки получаются. Ошибся у нас пилот Лолы, и из-за него пострадал Роуз Микеле Альбаретто. Но сейчас все они возвращаются в боксы, ничего страшного, сейчас их починят, и все здесь будет, как говорится, тип-топ. Итак, Иван Капелли на второй позиции, Герхард Бергер на третьей, 57 тысячных секунд уступает он Марчу, Айртон Сенна на четвертом месте. Всего лишь 1-тысячную Айртон Сенна проигрывает своему товарищу по команде Герхарду Бергеров. Терри Буцен, его подвинули, между прочим, два Макларена, 370 тысячных, вы видите, насколько плотные времена, но только со второго по пятое места, 370 тысячных, бельгиец на Уильямсе уступает Алину Просту. Найджел Мэнсел, 480 тысячных секунды, шестое время, Нельсон Пике на седьмой позиции, 653 тысячных. Жан Ализи 686, Рикардо Патрези на Уильямсе 9-я позиция, и Андреа Де Чезарис поднялся на 10-е место. Тем временем Эммануэле Пиро на Далларе открывает третью сессию. Если так можно ее назвать, будет ведь еще четвертая попытка. Ну хорошо, третью попытку открывает Эммануэле Пиро. А мы тем временем, пока он за 12 минут до конца квалификации, пока Эммануэле Пиро на прогревочном круге, мы с вами поговорим, друзья, о Кубке Конструкторов. Итак, Феррари 106 баллов имеет после 12 этапов. Макларен преследователь.
86 очков, здесь также разрыв в 20 баллов, как между Простом и Сенной. Уильямс 43 очка, третье место. Уильямс вряд ли догонит Макларен, но и сам чувствует себя более чем комфортно, потому что Бенеттон отстает на целых 15 очков. Бенеттон Форд усилиями Нельсона, Пике и Алессандро Нанини набрал лишь 28 баллов. У Марча 13 очков, у Тирола 9, у Даллары 7. Эммануэля Пиро 0 пока имеет, а вот Андреа де Чезарис все очки в копилку команды вложил. Минарди у нас 5 очков, Лотус 3. Эрроуз, Брэбхэм и Лола пока баллов не имеют. Впрочем, как и АГС. Про АГС я как-то, вы знаете, подзабыл. Ну что ж, небольшую паузу я сделаю, буквально в секунд 20, пока посмотрим, как приближается у нас Эммануэля Пиро к завершению первого сектора. Сейчас, секундочку. Итак, на втором секторе сейчас итальянский пилот итальянской команды. Перед ним снова Стефано Модена, как до этого был Стефано Модена перед Андреа де Чезарисом, но на сей раз вряд ли Брэбхэм помешает. Даллари по окончанию второго сектора Эммануэля Пиро проигрывает достаточно много, практически 2 секунды, и нет никаких шансов на то, чтобы он улучшил. Ну, практически в своем темпе Эммануэля Пиро идет. Далее за ним Уильямс, Феррари, Бенеттон. Вот за этими пилотами мы будем следить более пристально. Ну, а Эммануэля Пиро давайте проводим, как говорится, с почестями. Вряд ли он улучшит. Да, он не улучшает. А вот Рикардо Патрези, от него ждем. На шестое место поднимается. Но тут же он за седьмое опускается, потому что на шестое поднимается Нельсон Пике. Андреа де Чезарис, десятое место. Секунду уступает Огури Сузуки, перед ним и позади него Минарди. Огури Сузуки едет медленнее, а вот Минарди Пьерлуиджи Мартини может на что-то претендовать, к сожалению. Ну да, поднимается, он до Андреа де Чезариса подвигает, одну секунду уступает, и десятое место. Ален Прост практически в своем темпе идет, не улучшает. А вот Йири Буцен, что он сейчас покажет? Да, он на третье место поднимается. Оставляет позади двух Макларенов. На третьем месте Маурисио Гужельмин лишь на 13-м. А Жан Ализи также где-то позади. Герхард Бергер не улучшает. Габриэле Тарквини. Вряд ли он поднимется. Да, он поднимается. 21 место Мартина Данелли. Двигает на 22-ю позицию. Вот и Мартин Данелли, который, к сожалению, для него не улучшил. Сатору Накаджима, пока он 18-й. Итак, 18-м остается Найджел Мэнсел, остается на 8-й позиции. Иван Капелли также не улучшает. И Артен Сенна, может быть, он сейчас подвинет. Наконец-то и он это делает! Вот так вот, друзья. Артен Сенна. Артен Сенна, лидер этой квалификации. Бразилец на Макларене. Опережает Алена Проста. И Артен Сенна сейчас возглавляет эту квалификацию, 13-го этапа чемпионата мира гонок Формулы-1 1990 года, Гран-при Италии. Невозможно не наслаждаться ездой, управлением, болидом в исполнении этого великолепного бразильца. 1:27.799, Айртон Сенна. Первое место. Ален Прост 82 тысячных на второй позиции. Итальянец, ой, француз, прошу прощения, на итальянской машине. Иван Капелли на третьей позиции 382 тысячных. Тири Буцен на четвертом месте 421. Герхард Бергер 439. И пятое место. Нельсон Пике. Шестая позиция. Рикардо Патрези на седьмом месте. Найджел Мэнсел, пилот команды Феррари, только лишь на восьмой позиции. Но он впереди же Анализи на Тироли. И замыкает десятку Пьер Луиджи Мартини.
Эрик Бернар у нас и Эммануэль Пиро. Вот два пилота, которые проехали меньше всего кругов. По 6, остальные все преодолели 9. И я не думаю, что будут дополнительные попытки у Эммануэля Пиро и Эрика Бернара, потому что до конца квалификационных заездов у нас, друзья, осталось совсем чуть-чуть, всего лишь 6 минут. Очередную паузу я сейчас сделаю, совсем небольшую. Снова прошу прощения. Это кто у нас поехал на заключительную попытку? Это Нельсон Пике. Нельсон Пике. И позади него Эрик Бернар. Как раз он только две попытки сделал, в отличие от остальных пилотов, которые уже по три раза выезжали на трассу. Итак, Нельсон Пике тем временем начинает свою последнюю попытку в этой квалификации, пока бразилец расположен на шестой позиции, 1:28,277 тысячных секунды. И по окончании первого сектора мы увидим, сколько он проигрывает, всего лишь 34 тысячных своему соотечественнику, бразильцу Айртону Сене на Макларене. Эрик Бернар далеко, Иван Капелли лишь, вот эти вот все пилоты, они идут на прогревочный круг. Ну а вот Ален Прост, сейчас мы за ним понаблюдаем, друзья, потому что у него есть последний шанс опередить Айртона Сену. Там у нас какая-то заваруха, это Найджел Мэнсел попадает в аварию, вот так вот. Кто бы мог предположить? И колесо оторвано, колесо на трассе, да, Найджел Мэнсел. Без переднего спойлера и, похоже, без правого. Нет, он с правым колесом, а кто же у нас без колеса-то? А это Тирл там вдалеке без колеса, вот почему. Вот почему, друзья. Ну да ладно. Мы проспали Нельсона Пике, который на второе место поднялся. Вот это да, Нельсон Пике у нас на второй позиции. Маурисио Гужемин не улучшает. Айртон Сена сейчас отправится на быстрый круг. Ну а мы понаблюдаем за Аленом Прост. Мы так, Найджел Мэнсел и Жан Алеси уже не улучшат. Хотя, возможно, это был Сатор Накаджима. Я не знаю, это кто-то был один из Тирлов, друзья. Ален Прост. Итак, последний шанс у француза, но нет, не улучшает, он на третьем месте остается. Вот так его опережает еще и в довесок Нельсон Пике. Здесь также без улучшения Андреа де Чезарис. Вот кто сейчас может показать какое-то феноменальное время. Это последняя попытка, но нет, он на 10-й позиции. Я бы не сказал, что это феноменально, потому что Андреа де Чезарис До этого вообще выигрывал квалификации. 12 место у Алессандро Нанини. Капелли не улучшает. Жан Алези, да, и там был Сатору Накадзима. Жан Алези также не улучшает. Герхард Бергер тоже не улучшает. Тирибуцен без улучшения. 4 тысячных секунды. Габриэле Тарквини. Может быть, сейчас Габриэле Тарквини на этом черном тихоходе покажет какое-то феноменальное время, но нет, всего лишь 6 секунд отставания. Агури Сузуки также отставание. Микель Альборетто тоже много проиграл. И у нас, друзья, квалификация подходит к завершению. Маурисио Гужельмин.
На 13 место поднимается Айртон Сенна. У него последняя попытка, и он сам себе проигрывает 103 тысячных секунды. Минута 15 до конца квалификации. Минута 15, и на ваших экранах тот, кто выиграл эту самую квалификацию. Айртон Сенна. 50 очков после 12 этапов. 20 очков отставания от Алена Проста. 27 кругов Гран-при Италии предстоит ему преодолеть совсем скоро. Таким образом, есть шанс победить. Таким образом, есть шанс приблизиться. Ну а мы смотрим сетку. Сенна Пике на первом ряду стартового поля. Прост Капелли на втором. Бутценебергер на третьем. Патрези Менсел на четвертом. Ализи де Чезарес на пятом. На 11 месте Мартини. Далее на Нини Гужельмин, Альборетто Орвик, Бернар Сузуки, Накаджима Пирра, Мадена Тарквини и Мартин Данелли. Друзья, Мартин Данелли замыкает стартовое поле. 22 место. Что ж, будем переживать, будем болеть за Айртона Сенну, наверное, потому что в последних четырех гонках бразилец одержал, между прочим, 3 победы. Но Ален Прост в последних 5 гран-при одну гонку выиграл и трижды становился вторым. Так что борьба у нас между двумя пилотами, двумя лидерами, и я уверен, будет невероятно напряженное. И что-то предсказать о том, кто победит, я думаю, практически невозможно. Практически нереально. На этом квалификация завершена. Скоро начнется гонка, друзья. Сейчас я вот сохраню это в файлик. Буквально через какие-то секунды у нас начнется гонка. Но она начнется на другой трансляции, поэтому через 5 минут мы с вами снова встретимся. Далеко не уходите, друзья. Будет невероятно интересно.